Тигрицу глюкозу в эту субботу прооперировали. Более часа столичные специалисты старались возвратить ослепшему животному зрение. Операция по удалению катаракты левого глаза в целом прошла удачно, но не так, как была запланирована изначально. Искусственный хрусталик, на который собирали деньги всем городом, установить так и не удалось. При этом виде хирургии невозможно поставить искусственный хрусталик, по крайней мере тот, который есть у нас. Потому что искусственный хрусталик, он ставится в специальную капсулу. И мы даже заказали специальный хрусталик в Германии для того, чтобы поставить животному. Но из-за того, что мы можем обследовать зверя только в момент анестезии, без анестезии такого хищника не обследуешь. Именно поэтому мы не знали, потребуется он или не потребуется. Но вот после сегодняшнего осмотра было сразу ясно, что хрусталик будет невозможно поставить. Теперь специалисты опасаются за второй глаз глюкозы. Его уже оперировали 11 лет назад. Сейчас внутриглазное давление превышает норму почти в два раза. Очень большое опасение у врача вызвал другой глаз. И через полтора месяца он вновь приедет, врач вновь приедет в Иваново и пройдет операцию по удалению или по протезированию этого глаза. Повторная операция назначена на середину августа. Купленный, но так и не использованный хрусталик пока хранится в Иванове. Возможно, он пригодится другому животному с аналогичным заболеванием из другого зоопарка. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.